там свои картины. Я уж в Москве рисовала, не, ну, не показывала эту историю. Вот это мои трамваи. Привезли сюда, повесили холст, но без подрамника. Ну вот, все не предугадаешь. Так, и вот здесь вот над кроватью у нас получается. Вообще будет задуман цикл картин. Маяк, вот это посередине картина, это Нусяшек рисовала город. И мастихином вот я рисовала горы. Вот. Вот, все повесили. Вот, так что все хорошо. Сейчас чайку такой немножко условный, не знаю, порядок, беспорядок, ну, потому что печь, потому что тут дрова, корзины с дровами. Здесь водная история. Здесь тент. Даст Бог, что-то все усовершенствуем. Ну, и наш стол сейчас, он загроможден, поэтому особо не буду показывать. Пока пришла, дошлась, наглоталась морозного воздуха, и кашель, и сопли, прошу прощения, но для тех, кто не знает, многие, кто уже знает, конечно, кто близко, у меня просто есть определенные обстоятельства, то есть у меня бронхиальная астма, и это нормально. Прошлась, надышалась холодным воздухом, и бронхоспазм я словила. Но сейчас все отходит, вот все, я нормально уже откашлялась. Высморкалась. У меня бронхоспазм проявляется в том, что выделяется очень много слизи, да, мокроты. Ну, тут не только мокроты, потому что тут и тут мокрота, тут как насморк, как аллергическая реакция. Вот. Ну ничего, все, откашлялась, все нормально. Сейчас в тепле, сейчас чайку попью тепленького. И будет хорошо. Вот. И уже надо скоро затапливать печь. Всем доброе утро. Как вам я на фоне зеленого забора цвета, как же он называется там? Да, зеленый бриллиантовый. Мы же еще как-то его используем, изумрудный, да, наверное. Я стандартно, мы на даче. Еду, приехал, вернее, уже на массаж. Мне осталось там задним ходом запарковаться. И буду на месте. У меня просто есть прям буквально немножечко еще времени. И я решила как бы его провести с вами. Давайте я вам покажу, что вокруг меня. Сделал такой большой угол. Стою вот в таком тупике, потому что рано. Да я что-то пока машину завела, прогрела. Загрузила мусор, спокойненько отвезла, там постояла. Медленно ехала, потому что с Нусяшей болтала. Вот она, еду. И приехала. Ну, рано еще. Еще есть время, поэтому можно немножко с вами поболтать. Наблюдаю. О, боже мой. Как тут сорок прыгает. Кстати, сорок много. Они у нас прыгают. И здесь они прыгают. Вон она там на яблоне, вот на этой. Ха. Скочит, скачет. Не знаю, нет, видно, наверное, так не будет далеко. Вот, такие забавные, интересные представители рода вороньих, вороновых, не знаю, как. Такое дерево только заслуживает громкого звания ель. Небо утром было пасмурно совсем, летел какой-то мелкий снежочек. Сейчас вот небо разошлось, солнышко нам тут светит. Здорово. Так, что у нас еще тут есть? Маленькая елочка, иголочка. Вот. Так что... Не буду долго вас мучить. Такой короткий репортаж о воскресном утре. И сегодня какое у нас 19 ноября.
19 ноября, скоро Новый год. Пора писать письма Деду Морозу.